Всем привет, друзья, с вами Малдор. Продолжаем играть в игру под названием Silent Hill 2. Так, мы по-прежнему обследуем первый этаж. Так, у меня пила есть? Все нормально. Темно. Темно по-прежнему, ни хрена не видать. Опа, а там что-то, вот, кстати, впереди лежит. Давайте-ка... нет, тут сломан замок. Что это такое? Что это за коробочка такая? Уж это не то, что ли я думаю. Ну-ка. Сок в банках. Бляха-муха. Господи, боже мой. Пардон. Сок в банках. А для чего нам сок в банках нужен, интересно знать? Ну-ка. Где он у нас? Сок-то в банках. Ключ от двора. Ключ от пожарного выхода. Кстати, мы еще никак... мы еще, по-моему, его не применяли. А вот ключ от двора-то да, в прошлой серии. Упаковка с 6 банками сока. Нашел в коридоре на первом этаже. Это, видимо, здоровье поправляет, я так понимаю. Ну, пока пользовать не будем его. Оп. Да ладно, блядь. Как так, нахуй? А и куда мне надо идти? Стоп. У нас первый этаж. Правильно? Правильно. Так. Сейчас давайте-ка разберемся немного. Мне надо попасть вот сюда вот, блядь. В это крыло. Второй этаж. Слушайте, а мы в это самое... В левое крыло можем попасть, судя по всему, только через второй этаж, я так понимаю, да? Блять, что за подстава, нахуй? Это мне сейчас как возвращаться-то надо? То есть через... Оббежать, что ли, все выходит? Ну да, по-другому, наверное, мы как-то... По-другому не спустимся, да. То есть сейчас мы что делаем? Сейчас мы делаем что-то. Что-то делаем. А мы можем, кстати, через третий этаж спуститься, я так полагаю, да? Через третий этаж будет проще гораздо. Ну что ж, пойдемте обратно. Все закрыто здесь. Как, неужели мы только из-за сока сюда пришли? Ну, быть не может. Поверните камеры. А что не работает-то, блядь? В чем прикол? Ага, вот тут что-то вроде как-то заработало. Ну, мы вот в этом крыле только с вами открыли вот эту дверку на улицу, на выход. И, в общем-то, я так полагаю, все. Ну, пойдемте сейчас на третий этаж, пробежимся по третьему. Так. Это у нас второй. А, второй заколочен здесь, да. Здесь второй заколочен. Ну, сейчас тут прям быстренько мы с вами пройдем. Тем более тут наверняка никого не будет, я так полагаю. Не то, что полагаю, надеюсь. Блять, ёпта мать, я думал, это глаза какие-то. Вот так вот есть, отойти подальше. Вот эти лампочки на потолке. Думаю, блядь, глаза что ли какие? Нет. Нет, повезло. Даже музыки никакой нет на самом деле. Ни радио у нас не срабатывает, как индикатор присутствия кого-то. Ничего тут у нас нету. Ну, дверь-то открытая, блядь? Открытая, отлично. То есть мы сейчас спускаемся на первый этаж. Так, а что здесь за пятно такое? Ух ты. А что-то нарисовано, нет? Нет. Ну-ка, карта. Это у нас второй этаж. Второй этаж, ну второй этаж нам не нужен, нам нужен первый. Блять, что на стенах написано? Тут что-то написано, хер поймешь. С этой камерой. Первый? Наверное, тут ящики какие-то, хер поймешь. Раз. Да ладно, блять, как закрыто-то? Вы что, охренели, что ли? Закрыто? А и как мне... быть первый, блять. Ну, даже написано первый этаж, да, на стене. Закрыто, сука. Стоп, надо подумать, как нам попасть в это крыло. Можно, конечно, вот обойти здание,
А, нет, о чем, что нам это даст? Нам это ничего не даст. Стоп, 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 сейчас подумаем. Сейчас подумаем. Подумаем. Нам надо попасть в это крыло. Пожарный выход. Ключ под пожарного выхода у нас есть. А что нам это дает-то? Я что-то, если честно, не припомню, где у нас пожарный выход. Здесь очень большая территория, на самом деле, на первом этаже. Комнаты, во-первых. Аж 4 штуки. Да еще вот это вот что-то здесь непонятное. Пожарный выход. Может быть, нам тогда... Так. Спуститься, что? Вернее, подняться. Выйти через выход. Вот через правый, в правом крыле. Бля, я что-то, если честно, надеялся, что тут дверка-то открыта будет. Не то, что надеялся, я даже и подумать-то не мог, что она закрыта. Ёпты. Опа, стоп. А, это у нас второй этаж. Второй этаж у нас открытый же. Да. Второй этаж. Второй этаж. Это нам сейчас через комнату надо просто пройти. Это как раз здесь комнатенка с часами будет. Да. Тут где-то есть маленький проходик. Ага, тут у нас бумажка, которая нам не нужна, так как версия у нас New Edition. И в ней сохраняться можно в любой момент, что меня, конечно, радует. Да, блядь, да повернись ты, сука. Где тут проход-то? Вот. Ох, что еще, ёпта мать. Подожди, подожди. А, это телевизор там работает. А вот стучащий звук-то, если честно, мне непонятен откуда. Мужик все еще здесь. Мужик все еще здесь. А как мне телевизор-то выключить? Я к нему подойти даже не могу. В обход тоже он не идет. О, здесь лежит газета. Похоже, она очень старая. Нет, это нам не надо. Замок сломан. Ну, по-любому что-то это означает. То есть, что он тут смотрит телевизор-то, блядь? Так, все. Все, эти жуткие звуки прекратились, слава богу. Идем прямо. Идем прямо, и мы попадем. Так, прямо направо. И на... Так, куда нам тут? Ну да, налево. Там мусорка, кстати, еще какая-то, что-то с ней тоже связано, непонятное будет. Ну, давайте попробуем. Я не знаю, что тут, блядь. Да повернись ты, сука. Вот. Повернулся. Вот здесь вот какая-то загадка есть. Ее надо по-любому будет решить. Что вот здесь вот с мусорным этим, вот этим ящиком связано? Что там вот такое? Это мусоропровод. Какой-то странный мусор застрял в трубе. А как мне его... Ну-ка, пилой? Нет. Пилой не помогает. У нас и протолкнуть-то его нечем. Использовать? Ну, использовать я его выкину, наверное. Ой, в смысле, выпью? Если это сок в банках. Как пишется? Пистолет, палка, радиоприемник. Ну-ка, может, палку взять? Взять. Ну-ка, попробуем. Ну, блядь, это обычная палка. Ничего в ней такого тут нет. С гвоздем, да? Нет. Нет, тут что-то надо... Может, нажать что-то... Блядь, это я читал. Нажать. Кнопка какая-нибудь, может, есть. Вот, что-то за кнопка. Нет? А, нет, это выключатель, судя по всему, просто. Выключатель. Странно, блядь. Ну, давайте пойдем на лестницу. Лестница. Карта. Карта. Что же нам тут делать-то? Что же делать? Так, ну-ка. Подождите-ка. У нас есть ключ, который мы еще не применяли. Правильно? Правильно. Значит, куда-то он должен подойти. Это же логично, блядь. Пожарный выход.
Во, отлично, блядь! Использовали ключ от пожарного выхода. Ну-ка, и куда мы там сейчас выйдем? Ага. А, в другое здание, что ли? За дверью нет пожарной лестницы. Возможно, ее сломали, когда строили соседнее здание. Я думаю, я смогу попасть в соседнее здание, если пролезу из окна в окно. Хуя себе, блядь. Хуя себе. Ну, что тут действительно, перешагнул, да и все. Ничего сложного нету. Это мы в соседнем здании уже, да? Но тут пока что не так темно. Вот что радует. Пилу возьмем. Все-таки возьмем пилу. Как-то она мне милее. Да, на самом деле она мощнее гораздо. Палки. Что здесь есть? Что тут такое? Какой-то завал. Это старая сломанная кровать. Так, ладно. Пойдем в соседнее помещеннице. У меня карта есть этого здания? Или... У меня нет карты этого места. Отлично. Ой. Значится, ну-ка, толчок. В толчке что-то, может быть, есть. А, похоже, что тут что-то застряло в унитазе. Вытащить? Давайте вытащим. Блять, сейчас мы будем в говне ковыряться чьем-то. Блять. Ключ, что ли, какой-то опять? А, похоже, это бумажник. Внутри какая-то записка. 10-19-08-05. Это, ну, понятное дело, что пароль какой-то. Так, подождите. Это какая-то загадка, скорее всего, даже. Так. Ну ладно, это мы с вами потом разберемся. Не знаю, что это такое. Записка. А ее читать-то можно, кстати, будет потом? Записку-то, ну... Письмо от мэри. Или нет? Команда снаряжения. Настройки заметки. Заметка к трупу, блядь. А, вот, все, тут можно читать. Бумажник из унитаза. Стопудов какая-то загадка. Тут вон знаки равенства, я так понимаю. Скорее всего, это так и есть. Может, что-то высчитать надо будет. Ну, разберемся. Больше ничего тут нету, только записка в толчке была. В сральнике. Причем битком заваленным. Так, тут у нас ничего. Пойдемте в коридор. Комнатушка-то такая не маленькая. Так, кухонка. Судя по всему. Бери, что это, аптечка, что ли? Лечебный напиток. Ага. Еще что-то, может быть, есть. Вот не пропустить бы чего, конечно. Это что? Сейф, блять. Вот, у нас сейф тут есть. Сейф. Сейчас мы будем решать загадочку с сейфом. А выход тут есть? Это тут какая-то картина висела, судя по следу. Да, выйти можно, глядеть. Ох ты ж, ёб твою мать, где? Ах ты, сука, заводи пилу. Стой, а это лужа. Так, отлично. Это лужа, что ли, блин? Я почему-то думал, что сначала провал. В пол провалился. Но нет. Нет. Помещение тоже большое достаточно. Ну-ка, карта. Блять, у меня карты-то нету, сука. Карты нету. Надо где-то карту нам надыбать. Ну-ка, пойдемте глянем, что там с сейфом у нас происходит. Ёпты мать. А, все, понял. Все, понял. Это вперед-назад надо нам будет крутить. Несложная загадка. Так как я такие сейфы открывал. Примерно представляю, как это работает. Ну-ка, я сейчас запишу. Где у меня, блядь, ручка-то? Куда? Где ручка? Эй! Куда я проебал? Была же. Не понял. Что за нафиг? Хуя себе, блядь. Только что, блядь, сегодня писал. Сука. Ладно, давайте фломастер возьмем. 10. Так. 10. Туда.
Два поворота, да? Так понимаю. Ну, один точнее. Так, 19. 19 туда. 0,8. И туда 0,5. 0,5. Отличненько. Ага. Отлично. Угу. Сейф. Так, вправо 10. Ой, подожди, подожди. Где 10 у нас? 17. Да блин, что за херня? А где 10-то нахуй? 4, 3, 2. Или я, может, что-то не то делаю? 0. Вот 10, вот 10. 10? Подожди. 10. Вправо 19. Ой, да блять. Че перескакивает-то у меня, да? А, вот, вправо 19. 19. Слушайте, что-то херня какая-то, если честно, да. А как? Вправо. У меня ни щелчков никаких тут нет, ничего. 19, 0,8, блять. А влево. 4, 5, 6, 7, 8. 8. 0, 8. Так. И 5. Ну, и чё? Ебала какая-то, честно сказать. 5. Стоп. 10, блядь, да? Десять. Так, так. 19. 19. 19. 8. 8. И 5. Так, 5 вправо, да? Ну вы чё не открывается-то, блядь? Сука, в натуре херня какая-то. Ладно, давайте-ка мы тут побегаем пока. Глянем, чё да как. Может быть, карту какую-то хотя бы найдем. Блядь, давай переверни ты камеру свою сраную. Закрыто. Закрыто. Чё-то странное, блядь. Почему щелчков-то нет никаких? Я не могу открыть эту дверь. А, вон там выход нарисован. Опа, это карта, да? А, нет, сука, это какой-то пожарный гидрант, что ли, типа того. Ага. Ну-ка, а что здесь такое? Тоже какая-то машинка стиральная, я так понимаю, да? А тут не открывается уже все? Бля, вот еще какой-то ящик стоит. Не, или это машинка стиральная. Все так, все та же. Выход. Выход сюда у нас, да? Не могу открыть дверь. Блядь, поворачивайся ты, сука. Что такое на стенах, вот, меня интересует. Тут вообще, блядь, затянуто чем-то на... Закрыто. Так, что там? На двери висит записка. Дорогой Тим, мне надо выполнить одно поручение. Так что я уехал. Я оставил ключ у дяди Дэвида. Ты ведь знаешь, где он живет, верно? Комната на первом этаже рядом с лестницей. Я вернусь, как только смогу. Так что присмотри за квартирой, пока меня нет. Комната на первом этаже. Но мы с вами как раз, по-моему, на первом... А, подожди, мы не на первом. Или на первом? Нет, не на первом. Мы не на первом этаже. Это что такое? Это вот на лестнице, наверное, наверняка будет. Закрыто, тоже закрыто. Ладно. Блядь, что это за хуйня была? Ёб твою мать.
Где выход? Вот выход. Написано. По крайней мере. Так, ну вот лестница. На первом этаже. Ладно, подождите, пока с сейфом мы не разобрались. Разберемся чуть позже. На первом этаже. Ну вот первый этаж-то. Да? А это куда дверка ведет у нас? Не могу открыть дверь. Я так полагаю, на первом этаже и должна быть карта. Сука. Таракан, блядь, где-то ползает. Таракашка, а где он? Во-во-во, нас, сука. Падла. Таракашка, где же нам карту тут найти? Ну, судя по логике, мы вот сейчас на первом этаже. Потому что мы... Какое? Из окошка-то... Так, закрыто. Из окошка выпрыгнули со второго этажа. Вроде как. Так, все закрыто будет, что ли, я не понимаю. Так, все закрыто. Тут вообще решетка, блядь, на окошках. На окне, точнее. Ага. Значится. Давайте сходим в эту сторону. Блять, жалко, свет нельзя включать, а? Опа, открыто. Отлично. Может быть, это и есть комната, которая, в которой лежит ключ? Тут пока никого нету, просто все засрано, блядь, до ужаса. Ух ты ж, ёпта. Вот это развалина. Да ёпшу мать, как мне эта камера, блядь, что-то напрягать прям стало, нахуй. Ящик. И чё? Что-то написано на столе. В 5 отверстиях 3 монетки сверкают. С одной стороны искуситель Евин почивает, то есть змей, судя по всему. Позади женщины нежный ветер кружит. Позади женщины нежный ветер кружит. Бесформенный ноль намного дальше лежит. Старик рядом со змеем сидеть не желает. Он слева от заключенного дряхлеет и увядает. Судя по всему, нам каких-то... На доске находится 5 дюймовых круглых углублений. Судя по всему, нам какие-то монетки надо найти. То есть очередная загадочка. А это что такое? Это люстра, что ли, какая? Или что ли, блядь? Ебать нахуй. Тут развал какой-то прям. Так, это комната с сохраняшкой. Здесь сохранение у нас есть. Слушайте, давайте здесь... Похоже, этот замок сломан. Давайте сохранимся действительно, почему бы нет. Где у нас тут? Вот. 8 килобайт необходимо для дополнительной свободное место. Я что-то только это заметил, только сейчас. 999, хуй знает сколько девяток. Не выключайте питание компьютера. Ага. Комната на первом этаже. Комнатка на первом этаже. Ну, я почему-то так и думал, что здесь будет вот эта бумажонка с записью. Ладно, здесь у нас, значит, есть загадка. Еще одна, очередная. Надо понять, как сейф, блядь, открывается. Кстати, а тут аптечка же лежит. А чем ее не забрали? Забирай, ёпта, блядь. Аптечка. А это что тут написано? Ну-ка, тоже не работает. Что это было? Не работает. Ну, хрен бы с ней. Хрен бы с ней. Блять, карту. Карту надо нам найти. Сука, где ее взять-то? Ебаться в телевизор. Ты кто, нахуй? Оно живое? Живое. Все? Подохло? Там еще один выход, что ли, блядь? Закрыто. 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 Или, или мы пришли отсюда. Что я уж, блядь, запутался, нахуй. А если мы вот пилой-то, блядь? Ну почему пилой не может эти доски сраные разрезать, блядь?
Здесь закрытый. Слушайте, я тут был вроде бы. То есть 5 монеток нам надо каких-то найти. Блять, где карты? Я хочу карту. Хотя бы. Ладно, хрен с ним. Со светом, блять. А вот карту было бы найти действительно неплохо. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, ну тут мы были. Тут мы только что были. Да. Тут мы были. Пойдемте на лестницу тогда. Ну, судя по всему, здесь здание-то не двухэтажное, а 3 наверняка. Я так полагаю. Ой, блядь, я в обратную сторону пошел. С этой камерой, блядь, вообще запутаешься нахуй. Вот. Вот. Лестница. Лестница. Сука, как же нам в сейф-то, блядь? А, блядь, у нас ждающая загадка с сейфом. Давайте тут пока побегаем, обследуем. Сейф на 1 этаже. Будем знать. А, вот карта-то, ебаный в рот. Сука, вот же она. Карта, 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж. А почему тут у меня ничего не помечено? Гостиница «Синий ручей». Я взял карту западной части здания. Хорошо. А, вот, все, здесь уже все помечено. Второй этаж. Второй этаж. Ну-ка, 1 этаж. Все проверили. Да, на 1 этаже мы все проверили. Вроде как. Вроде как, да. 2 этаж. И 3 этаж. Ну, пойдемте сюда. Подожди, а тут на... У нас сейф-то показан на этаже. Нет, сейфа нету. Сейфа нету, ну и хрен бы с ним. Потом мы с вами разберемся, что тут с сейфом. Черт возьми, я карту пробежал. Оба-на. Похоже, замок сломан, охренеть, блядь. Ну, нужно по-любому нам взламывать сейф. Сука, а как? Ну-ка, дайте-ка я сейчас попробую. Где он у нас? Сейф-то у нас где, блядь? Это что это? И, честно сказать, я забыл... А, это мы тут только что были опять. Да господи, чуть-чуть запутался, нахуй. Вообще запутался. В конец, блядь. Это мы сейчас на каком этаже? На 2? На 2. Все правильно, на 2 этаже. У нас тут комнаты больше никакие не открываются. Нам надо спускаться на 1. К сейфу. К сейфу, к сейфу, к сейфу. Попробовать все-таки как-то разгадать загадочку-то, нахуй. Да плюс ко всему, если судя по карте, судя по карте, 1 этаж, вон там есть лестница. Как раз. Может быть, мы с помощью ее сможем на 3 этаж пробраться. Мы, походу, до нее не добежали просто-напросто. Ну-ка. Блять, как хорошо с картой-то, а? Не в ту сторону. Не в ту сторону, подожди, или в ту? Нет, не в ту. Комнатка 105. Развернись-ка, чувачок. Блять, забыл какую... Так, господи, блять, кнопки уже начал... Кнопки начал путать. Ну-ка, заходи-ка. Где тут у нас сейф-то стоит? Не понял. А, блять, это комната с этим самым... С монетками. С монетками и сохраняшкой. Хуй я знает, нахуй, короче. Ну-ка, где здесь у нас лестница-то, нахуй? Лесенка. Может, в сейфе как раз... Ну, она заколочена, блядь. Как я туда войду-то, нахуй? Я не могу открыть эту дверь. Понятно, что ты не можешь открыть эту дверь-то, блядь. Вопрос. Почему? Надо решать загадку с сейфом, блядь. У меня других вариантов просто нету. Сука. Сука, сука, сука. Здесь одна комната открывается, правильно? Правильно. На 3 этаж мы пока попасть не можем. 2 этаж. Тоже одна комната. Вот, кстати, мы проебали момент. Судя по всему, здесь и был сейф-то на 2 этаже. Да.
Тупить начал, блядь. Уже начал тупить просто-напросто. На втором этаже сейф. И там еще комната. Так. Там еще комната есть. Вот у нас комната с запиской, да? А, нет, дверь не открывается. Просто. Погоди. 109-й просто не открывается. 105-й. Да, нам надо, короче, на лесенку бежать. Сука. Да ебаное управление. Да что ж ты будешь делать-то нахуй? Так, вот. Ну-ка, сука, не сюда. Тут закрыто. А это что, тут какие-то ящики, что ли, почтовые? Или что-то похожее, во всяком случае. Подожди. Подожди. Надо решать вопрос с сейфом. С сейфом. Ничего другого я тут придумать не могу. Да, вот тут сейф-то, блядь. По-любому же он здесь. Ну да, вот сейф. Сейф. Так. 10. Первая кнопка 10. Ну, блядь, тут никаких действий нет. Ну, 10. Ну, вот нажал я на десятку. Чё дальше-то, блядь? Хер его знает, тут 10, блядь, а? 19, блядь. Следующее. Или, может быть, два раза нам... Так, где у нас 19? 19, ну-ка. Если мы два раза перещелкиваем на 19. 19. 0,8. Два раза. Так что по два же было. По два... да, по две стрелки, так сказать. Так, 8 раз. 8 раз. Ну-ка. 8-2. Так. И 0-5. 10-19, 0-5. Тоже два раза. Вправо только теперь. Так, раз 5. 2-5. Блять, что за хуйня? Я не понимаю, как это работает. Девять, десять, одиннадцать, да. Так, стоп. 9-8. А почему у меня 8? А. 9-10. Сука, я буду долго ебаться с этой загадочкой, на самом деле. 9-10. Как же нам сейф этот взломать, наверное, ломануть? Ну-ка, выйди. Может, тут что-то, блядь, подсказка какая-то есть. Еще что-то, нахуй. Ну, нет тут нихуя. Газета, блядь. Нет, газета тоже бездействует. Заметки. Все-таки. Бумажник из унитаза. 10. 19. 0,8, 0,5. Ну тут нулей-то вообще нету, ну. Как бы. 10, 19. Может быть. 1, 0. Ну нет, тут нулей-то нету. Нулей нету. 10, 19. 0,8. 0,5. 0,5. Блять, а почему именно 0,5? Интересно знать. Так, 0,5. Ну-ка, может быть, походить еще тут, блять. Посмотреть. Да нет, тут вряд ли мы что найдем. Надо как-то ее решить, блять. Почему у меня, сука, никак не фиксируется. Ничего, блять, эти вот. Так, это я тут был. Тут спальня, типа того. Не фиксируется, ни щелчков никаких нету, блядь. Хоть что-то как-то, блядь. Так.
1. 1.20. Подожди, тут какая-то, блядь, схема такая непонятная, да? Десять, блядь. Ну, допустим, вот 10, нахуй. 10. Так, подожди. 10. 19. Почему я, блядь, в другую сторону-то у меня крутит, нахуй? Подожди. 10. 19. 8. 8 и 5. 5 в другую сторону. Ну 5, ну блять, а чё нахуй? Сука, я не понимаю, да. Как, блять? 10, 10, 10. Так, это у нас куда? Это влево? Это вправо. Ну давайте попробуем так. 10.19, 19, 8, 8 и 5, 5. Странно, блять. Странно, если честно. 0, 5, причем. Почему 0-то 5? Да. Не знаю. Не знаю, честно скажу. Ну что, ребят, давайте тогда на сегодня серию закончим. Я сейчас тут буду долго-долго пробовать, в чем тут подвох. И продолжим в следующей. Я думаю, как раз разгадаю эту загадочку и расскажу вам, как до чего. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем приятного просмотра. С вами был Малдер. До новых встреч. Всем пока.